приветствую вас, и с вами дядя Митя. Я хочу поделиться своим мнением о владении электросамоката. У нас сейчас стала нормальная весенняя погода, и люди выезжают кататься на чем угодно, на велосипедах, на электросамокатах, как я. Я уже проехал раза два, наверное, всего за эту весну, но ничего страшного, как бы, да, не происходит. Я хочу поделиться именно своим мнением о владении. Нужно ли вообще его покупать и для каких целей? Во-первых, у меня Куга S2. Я на нем катаюсь два раза, как я вам сказал, и владею уже где-то полгода. Самокат меня вполне устраивает. Пробег на одном заряде у него 17 километров. Ну, с моим весом 96 килограмм с половиной, мне его хватает именно на этот километраж. Я катаюсь, и меня устраивает практически все. Единственное, есть один нюанс у этого электросамоката. У него стоит электрический тормоз. Это, конечно, как и плюс, так и минус. Но я скажу, то, что есть небольшой косяк с этим тормозом. Один раз я зарядил его полностью и поехал спускаться с горки. Начал жать на тормоз, и он не стал останавливаться. Мне пришлось с него слазить. Слава богу, скорость была небольшая. Я остановился уже ногами, как бы, да? Это довольно-таки такой вот нюанс владения этим электросамокатом. Второй нюанс, да даже не знаю. Заряжается он в течение 4 часов. Вполне достаточно, мне это хватает. Вот сейчас я выехал со своей девушкой покататься на нем именно на Адмиралтейской площади. Потому что здесь красиво. И во-вторых, здесь растаял снег. Как ни странно, все-таки у нас в городе есть такие места. Все-таки уже 8 число, Пасха на носу. А у нас только начинает таять снег, да, и не удивляйтесь. Так вот, что еще могу рассказать? Фара освещения вполне нормальная, светит ярко, я ездил ночью, мне ее хватает. Я еще хочу доделать небольшие моменты. Это как заряд аккумулятора, я заказал с Китая еще себе второй аккумулятор. Вы это увидите на моем канале, как я буду его устанавливать на свой электросамокат. Потом я буду ставить много фонарей и распаковку с AliExpress, тоже, что я купил именно для него. Вы тоже увидите на моем канале. Все, кто не подписался, давайте быстрее подписывайтесь, чтобы видео становились еще лучше и лучше с каждым моментом. А сейчас я просто буду кататься на электросамокате. Так что все, давайте.